Наверное, сам конечный эффект. То есть после того, как трансформация осуществилась, как-то даже странно и неловко становится говорить о том, что мы раньше жили по-другому. Это значит, что твое поведение было неадекватно рыночной ситуации, ты его привел в соответствие, тебе стало легче, ты стал побеждать. Значит, в конечном итоге, после боли тебе стало лучше. А изначально тебе очень тяжело, потому что единственное, что ты можешь изменить в этом мире, это на самом деле себя самого. Но это кажется так неприятно, и поэтому главный рецепт трансформации – это менять себя. И за тобой будут меняться другие. То есть себя лично, каждый игрок, и тем более лидер, должен будет начинать себя. По-другому не получится. Ну а люди интуитивно пытаются сначала попробовать изменить других, и только потом доходят до себя любимых. Это вот болезненное открытие для тех редких индивидуумов, которые меняются. Как дышит. Но после того, как оно сделано, значит, вам кажется, о чем мы так страдали. То вот нам теперь стало удобнее, и смотрите, как теперь все хорошо получилось. Если изменения делаются старой управленческой командой, при этом их руководитель также сохраняется, то это уникальная ситуация, которая обречена на успех. Если ситуация более драматична, то есть старая управленческая команда и новый лидер, то зачастую проблема не в том, что управленческая команда не может состояться, а в том, что лидеру некомфортно, потому что, как известно, любая команда проходит 4 стадии своего развития. Да, это первое там, знакомство, второе шторм, или там, резкое там, проявление всех своих характеристик для того, чтобы обозначить территорию, за которую я буду отвечать. Дальше формирование, где появляются все, описываются все процессы, как мы будем взаимодействовать. И только четвертое – это исполнение. Поэтому идеально, когда команда работает на 4-й стадии. Новому лидеру нужно сначала познакомиться со всеми, дальше со всеми переругаться, для того, чтобы они почувствовали, что я лидер, потом все-таки регламентировать нашу работу и потом только начать работать. И зачастую ему проще, конечно же, поменять часть игроков команды, таким образом, продемонстрировав, что вот моя сила, и я так буду действовать. Поэтому для любой компании внутренний человек, внутренний лидер, он, конечно же, эффективнее. Другое дело, что ему нужно найти в себе силы или внешние обстоятельства должны так сложиться, чтобы начать изменения. Я считаю, что да. Мне кажется, что это более правильный шаг, если компания находится не в состоянии суперкризиса. Да. Смелость нужна. Смелость и вот эта лидерская энергетика, потому что никакие изменения без лидерства не случатся. Я очень люблю определение лидерства, что лидер — это тот, кто покрывает дистанцию между видением и тем, где мы сейчас. Потому что ему одному видно, и он вселяет эту веру в окружающих, и мы тогда за ним идем. Зато изнутри, так тебе очевиднее иногда, что изменения нужны, и ты можешь точнее сообразить, в какую сторону. Просто еще раз, нужна большая смелость сообразить о том, что вот уже пора, и поехали, и решительно отказаться от старого, чтобы двинуться в какое-то новое, которое снаружи. Но одно видение мало, иногда нужна и техника. И вот еще раз, понятно, что зачем внешний человек? Он пришел, он увидел то, что мы не видели, потому что мы привыкли к этому. И второе, он умеет то, чего мы не умеем. Ну, потому что мы тут умеем, мы знаем более-менее, что мы умеем. У любого изменения должна быть очень серьезная предпосылка, о чем я и сказала. Ничего случайного не происходит. Если просто нам кажется, что нам надо было бы измениться, это так и на этом кажется и останется. Да? Или там можно пригласить дорогих консультантов, они опишут, все равно вот не появится этой лидирующей силы. Когда качественные идут изменения? Когда есть либо внешняя угроза, очень мощная, либо есть внутреннее ощущение о том, что мы не дорабатываем, есть там конкуренты, которые лучше, сильнее, быстрее, что-то происходит, либо есть очень сильный, мощный посыл извне, который говорит о том, что вы должны быть другими. Типа, либо вы проигрываете, то есть вы должны измениться. Что-то должно двинуть компанию. Если этот посыл есть мощный, конечно, первый, кто его впитывает, это лидер команды, и через него идет вся эта трансляция. Мне кажется, что лидерство, оно не откуда-то берется, оно берется из, собственно, самих людей, оно всегда на естественном уровне присутствует. Вопрос в том, в какой ситуации оно действительно проявится. И внедрение изменений любых – это однозначный стресс для организации. Хорошее в этом заключается в том, что
в любой стрессовой ситуации или кризисной ситуации вы можете выявить в людях как раз-таки лидерские качества, которые, может быть, до этого момента спали. Все крупные компании на регулярной основе потребляют достаточно много консалтинга, как управленческого, да, так и, собственно говоря, консалтинга кадрового. Вот, и мы в этом плане не исключение. Для нас, у нас работает много консультантов по различным направлениям нашей деятельности. Тем не менее, чтобы была эффективная работа с консультантами, внутри компании должны быть очень четкие параметры, задача, которая должна быть решена. То есть вот визуализация решения задачи, она должна быть у компании. То есть вот понимание того, что я хочу получить в конце. И плюс к тому, что консультанты, конечно, несут в себе огромное количество бенчмаркинга. Да? То есть ты можешь всегда себя сравнивать, что не всегда рынок все-таки закрыт, и через консультантов мы можем получить доступ к тем практикам, которые недоступны на открытом рынке. Вот. А в условиях активного роста и активных изменений для нас это крайне важно. Разные мнения, которые ты можешь собирать сам и должен собирать сам, различные взгляды, которые есть и снаружи, и внутри, и ты можешь инициировать эти диалоги, и, соответственно, из них диалоги, я имею в виду там, и брейнсторминги, и любые другие сессии, при которых вырабатываются эти идеи, результаты, которые могут быть выражены в тех же самых бенчмарках, которые есть на рынке, на твоем или на любом другом, и советов, которые просто-напросто выдаются консультанты. Каждый из этих элементов по отдельности, на мой взгляд, не до конца дает тебе возможность сделать правильные выводы. А вот все время привлекая их и правильно комбинируя в зависимости от ситуации, безусловно, дает самый лучший позитивный результат. К сожалению, я бы сказал, что на поверхности чаще всего лежат именно hard skills, то есть конкретные знания, конкретные навыки, ну и какие-то материальные ресурсы. Другие станки, другая форма финансирования, вообще дополнительное финансирование и так далее. Вообще-то должно быть по-другому. То есть прежде всего нужна помощь в том, что трудно замерить, вот какое же новое поведение, какие другие ценности, какие другие правила игры, какая другая культура, чтобы сразу же удобно было людям в это вписываться. Потому что все изменения случаются когда? Все изменения случаются только тогда, когда они случаются в головах. Но при этом работать-то будут руки в конечном итоге. Ну вот традиционно заказывается помощь для рук, а вот помощь для головы, как бы вот она не так очевидна. Но вообще-то голова же дает команду рукам, поэтому в принципе нужно, конечно, прежде всего заказывать помощь в голову в том, что на первый взгляд не так замеримо. Какой другой культуре это может привести? Какие другие ценности? Какие другие правила у нас же возникнут для того, чтобы мы пошли в другую сторону? Чем крупнее корпорация, тем просто важнее один и тот же совет, который можно выдать всем, вплоть до самой минимальной корпорации семьи из двух человек. Коммуникация. То есть любое изменение всегда будет болезненным, если уровень коммуникации, если доступность коммуникации, там, глубина проникновения, язык, который ты употребляешь, инструментарий и так далее, непонятны, не встречены другой стороной. Два все-таки. Вера и последовательность. Вот такая вдохновенная операционализация. Одного вдохновения недостаточно, но это условие необходимое. Потому что без вдохновения не получится. Вот без каких-то душевных сил. Потому что люди за вами не пойдут. А без операционализации все, что вы придумали, оно рассыпется. То есть в конечном итоге это все про изменение поведения. Поведение должно измениться. Рабочий день людей изменится. Хороший очень вопрос, Элла, и я знаю на него ответ. И я знаю на него ответ, потому что это, наверное, то правило, которое вот мы для себя выработали. Любое изменение, оно очень некомфортно. Оно дико некомфортно, и чем больше ты заходишь в это изменение, тем больше тебе некомфортно. И некомфортно всем остальным.
И мало того, что руководитель должен поддержать, и топ-команда должна с этим согласиться, да, и должны появиться агенты изменений. Но самое важное, пожалуй, в этом во всем, это верить в позитивный результат. И концентрировать свое внимание не на негативной составляющей, потому что она, естественно, будет. Любое изменение, оно без негативной составляющей не может быть, но на позитивной. Вот вы нарисовали себе результат, он будет вот таким. И какие индикаторы успеха? И фокусируйтесь на индикаторах успеха, тогда у вас путь светлый. Если вы фокусируетесь на индикаторах неуспеха, у вас путь темный. И, скорее всего, вы сами себе докажете, что у вас не получилось, потому что были объективные обстоятельства. На самом деле не так. Фокусируйтесь на позитиве. По чуть-чуть, ложечка за ложечкой, да, там, грядка за грядкой, мы прополим все поле. И тогда точно успех достижим.